Доброго времени суток, уважаемые друзья и коллеги, уважаемые подписчики и зрители моего канала. С вами Александр. Недавно позвонил мне один мой знакомый, с которым мы вместе работаем в компании FutureNet. Поговорили, обсудили текущие дела, а в конце разговора он мне и говорит: Александр, я на YouTube посмотрел штук 30 роликов, но не нашел ни одного, в котором о компании FutureNet кто-нибудь рассказал простым человеческим языком. Можешь записать такой ролик? Не знаю точно, что такое простой человеческий язык и где его изучают, но, поразмыслив пару дней над его вопросом, решил: раз это кому-то надо, значит, нужно такой ролик записать. Итак, моя версия рассказа о компании FutureNet простым человеческим языком. Основали компанию Роман Займан и Штефан Моргенштейн. Свой бизнес в интернете они начали когда-то с создания проекта Odjo. Многие старожилы интернета его помнят. Очень быстро разработчики пришли к выводу, что Odjo – это не та бизнес-модель, которая их устраивает. Они продали свой проект и принялись создавать новый. В результате 1 декабря 2014 года появилась на свет компания FutureNet. FutureNet является официально зарегистрированной компанией, работает в правовом поле, имеет все соответствующие документы и представляет собой социальную медиасеть, ориентированную на людей, которые имеют или хотят иметь бизнес в интернете. Офис компании находится в городе Вроцлав. Это западная часть Польши, на границе с Германией. Находится он по адресу улица Уланска, 5. Если у вас появится желание посетить офис компании FutureNet, это можно сделать запросто. Объект не секретный, вас там гостеприимно встретят. Только, пожалуйста, предварительно через техподдержку уточните цель и согласуйте время вашего визита. Вам будет назначено время приема и скажут, когда вас смогут принять. На втором этаже расположены помещения, где работают IT-специалисты и службы технической поддержки. На первом этаже размещаются кабинеты руководства и конференц-зал, где по рабочим дням всегда многолюдно. Ежедневно в рабочие дни тут проводятся семинары и презентации, на которых присутствуют люди, которые приезжают не только из других городов Польши, но и из других стран Центральной и Западной Европы. Много гостей сюда приезжают также из США и Канады. Дело в том, что планы, масштабы и возможности ведения бизнеса с компанией FutureNet у всех людей разные. И поэтому серьезные люди приезжаю для того, чтобы получить достоверную информацию из первоисточника и убедиться в том, что FutureNet – это солидный и долгосрочный бизнес на долгие годы. Многие люди инвестируют в этот бизнес по 50 тысяч долларов на старте. И поэтому, естественно, они хотят иметь гарантии, и они их получают. Вы видели. Публика приезжает солидная. Тут вам не фантики предлагают поиграть. А теперь можно прокомментировать высказывания некоторых недалеких людей, называющих себя экспертами, которые легко бросаются словами и навскидку, не углубляясь в суть, вешают на FutureNet ярлык «финансовая пирамида». Как правило, такое чаще всего можно услышать от людей, которые о FutureNet понятия не имеют. Сидит себе где-то вот такой Вася Пупкин, безвылазно в своем Мухосранске,
и корчит из себя доморощенного эксперта. Он не выезжал никуда уже лет 20, а за границей вообще никогда не был. Его любимое занятие – копаться в онлайн-мусоре, разыскивая сайты, где можно заработать 20 копеек в день на халяву, зато без вложений. Его это радует, потому что без вложений и как бы при деле. Знает он все про все проекты. Регистрируется в каждом новом ежедневно, а то и в двух сразу. Нигде толком ничего не зарабатывает. Если решается раз в году куда-то вложить свои жалкие копейки, то обычно в какой-нибудь хайп или лохотрон. Прогорает, снова сидит на буксах, зарабатывая копейки на кликах. На самом деле, никакие это не эксперты, а обычные ватники, у которых даже в голове вместо мозгов вата. Когда им предлагают начать серьезный бизнес, они никогда не дослушают до конца. Ответ у них всегда быстрый и одинаковый. Это финансовая пирамида. Какие умные слова! Они прибавляют веса таким экспертам в их собственных глазах. Но только их мнение, если для кого-то и является важным, то только для них самих. Ну, и еще, может быть, для таких же неудачников, как и они сами. Любой образованный человек сегодня уже знает признаки финансовой пирамиды и умеет отличать черное от белого. Читать здесь длинные лекции по мани-менеджменту я вам не буду. Но кратко скажу. Первое, что отличает реальную компанию от финансовой пирамиды, это наличие собственного продукта. В компании FutureNet работает целый отдел по разработке и созданию собственных продуктов. Уже сделан и наполняется новым контентом раздел онлайн-игр. Созданы платформы для моделирования страниц захвата, которые в интернете сейчас принято называть лендингами. Платформа для размещения блогов. Разрабатываются и предлагаются готовые шаблоны сайтов для блогеров. Работает платформа по созданию и рассылке видео-имейлов. Создано собственное облако для хранения файлов и так далее. Работа идет ежедневно и постоянно. Компания молодая, но развивается семимильными шагами, потому что ее руководители – это не пионеры в онлайн-бизнесе, а опытные онлайн-предприниматели и прекрасно ориентируются, в отличие от некоторых «экспертов» в кавычках, в современных интернет-технологиях. Но прежде всего, FutureNet – это социальная сеть. Просто это сеть нового поколения. Она была, есть и всегда будет бесплатной, как и все остальные социальные сети, в которых вы зарегистрированы. Но вот появилась в интернете такая соцсеть, которая за то, что люди в ней общаются с друзьями, она еще и деньги платит. И сразу у некоторых ступор в голове. Барьер непонимания, а в мозгу только одна мысль. Этого не может быть, потому что раньше никогда такого не было. Да, не было. Теперь есть. И снова надо делать выбор. Но для некоторых это ой как трудно. Потому что извилинами надо пошевелить. Платформа FutureNet имеет в себе три составляющих. Social Media – бесплатная платформа, или то, что мы понимаем под определением «социальная сеть». Платформа Network Marketing – это платформа для тех, кто хочет создать на базе FutureNet свой собственный сетевой бизнес. И третья платформа – мультимедиа, которая представляет собой парадоксальную рекламную площадку, на которой, вкладывая деньги в рекламу, вы вместо того, чтобы навсегда попрощаться с деньгами, возвращаете их назад, да еще и с прибылью. Друзья, самый хороший учитель в жизни – это опыт.
Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво. В бизнесе, в отличие от жизни, на своих ошибках учиться очень дорого. Дешевле учиться на чужих ошибках. Но лучше всего учиться не на чужих ошибках, а на чужих успехах. Бизнес сети Futurenet устроен так, что если вы только этого захотите, вы получите поддержку от спонсоров верхней линии, получите обучающие материалы и вообще получите любую информацию, которая вам понадобится для ведения бизнеса. Лично я в сети нахожусь постоянно. Отвечаю на звонки, объясняю, помогаю тем, кто зарегистрировался, общаюсь с теми, кому надоело бегать по разным проектам, теряя при этом только деньги и время. И если вы хотите прекратить эти крысиные гонки, стучитесь ко мне в Skype, вы получите всю нужную вам информацию. Вы поймете, как работает Futurenet, и прекратите поиски проектов для заработка в интернете, потому что будете точно знать, как с помощью Futurenet вы сможете решить все ваши финансовые проблемы раз и навсегда. Большинство людей, которые присоединяются к сетевому маркетингу, сразу начинают делать ошибки, типичные для пользователей Рунета, с их извечным желанием заработать быстро, без вложений и без приглашений. У многих этот бизнес заканчивается сразу после регистрации. Какой-то импульс в голове был, какая-то искра Божия зажглась и погасла. Это происходит с людьми, которые не научились управлять своей жизнью и нести ответственность перед самим собой за принятые решения. Вот типичные алгоритмы их действий и ход их мыслей. Классный бизнес. Завтра начну. Завтра плавно переходит в послезавтра. Потом сроки растягиваются. С понедельника точно начну. Не знаю точно с какого, но начну. Месяц прошел. Денег как не было, так и нет. С этим надо что-то делать. Надо что-то в жизни менять. Надо начинать работать. Надо. Но нет сил. Вообще-то силы есть. Но их хватает только на то, чтобы таскать свою задницу на работу, которая осточертела. Сила есть, воля есть, силы воли нету. Нет в душе огня и нет внутренней мотивации. Друзья, в этом бизнесе от вас должен исходить огонь, а не тонкая струйка дыма. Искры от вас должны лететь в разные стороны. Тогда все, кто общается с вами, будут ощущать исходящие от вас волны позитивной энергии. А это очень нужно сегодня людям. В этом бизнесе нельзя говорить себе «я попробую». Надо давать себе установку «я сделаю». В любом бизнесе, не только в этом, нельзя быть немножко беременным. Либо вы начинаете и делаете, либо вы неудачник еще на старте. Помогайте только тем, кто действительно хочет зарабатывать деньги. Только тем, кто действительно хочет решить свои финансовые проблемы и кто готов бороться за свою финансовую свободу. Не тратьте свои силы и время на пустышек и нищих духом. Потому что поймите одну простую вещь. Тем, кто сам не хочет изменить свою жизнь, помочь невозможно, как бы вы ни старались. Большинство новичков, которые начинают бизнес с другими сетевыми компаниями, вкладывают от 300 до 1000 долларов в первые же дни работы. Эти деньги они тратят на продукцию, каталоги, пробники и так далее. В компании Futurenet тратить такие деньги нет никакой необходимости. Вы можете начать тут свой бизнес всего с 10 долларов. Более того, компания Futurenet разработала уникальную систему, которая позволяет каждому желающему подключиться к этой сети совершенно бесплатно. Заработать тут 10 долларов и приобрести бизнес-пакет без вложения собственных средств. Вы спросите, как это? Да очень просто. Компания Futurenet
платит вам деньги за те же самые действия, которые вы ежедневно делаете в других соцсетях. Размещаете посты, делаете комментарии, ставите лайки, переписываетесь с друзьями. Но только никакие социальные сети вам за это денег не платят. А FutureNet платит. Немного, но платит. В день вы можете зарабатывать тут до 30 центов. Просто за то, что являетесь активным пользователем этой сети. Таким образом, на обычных действиях, которые вы делаете ежедневно в других соцсетях бесплатно, тут можно накопить стартовый капитал и начать свой бизнес и зарабатывать потом очень приличные деньги. Меня попросили рассказать о FutureNet простым человеческим языком. Не знаю, насколько мой язык оказался простым и человеческим, об этом судить только вам. В этом видео я хотел, чтобы вы увидели для себя реальную возможность изменить свою жизнь. Чтобы ее увидеть, надо на мир смотреть широко раскрытыми глазами и понимать, что мир сейчас очень быстро меняется. И если вы хотите в нем жить, а не существовать, вы должны очень быстро приспосабливаться к новым реалиям. Нужно быстро находить и адаптироваться к новым условиям. Если вы делали что-то последние 5 лет, и вас не устраивает то, как вы сегодня живете, почему вы думаете, что если вы будете продолжать делать то же самое, в вашей жизни что-то поменяется? Ничего не поменяется. Еще хуже станет. Я показал вам, где лежит золото. Оно у вас под ногами. Вам надо только сделать небольшое усилие и поднять его. В жизни каждого человека наступает такое время, что надо сделать выбор. Что вы выберете, то и получите. Расскажу вам под конец одну короткую историю успеха, которая родилась из мечты. Однажды молодой человек по имени Марк из простой еврейской семьи, проживавший в небогатом пригороде Нью-Йорка, будучи студентом Гарвардского университета, который, кстати, он не закончил, пригласил на встречу 5 своих друзей. В студенческие годы Марк очень увлекался программированием. В голове его, как и у большинства айтишников, постоянно роились какие-то новые идеи. Однажды у него появилась идея создать социальную сеть. Вы сейчас себе это представить не можете, но в то время никаких социальных сетей еще не было. Идею создания такой сети Марк предложил обсудить своим друзьям. Из 5 друзей, которых он пригласил на встречу, пришли только 2. Одного звали Крис Хьюз, второго Дастин Московиц. Оба они стали миллиардерами. Те 3, которые не пришли, пополнили список неудачников, и как их звали, сейчас никто и не вспомнит. Так люди пролетают мимо денег. Марк Цукерберг с 2 своими друзьями создал Facebook и стал самым молодым миллиардером на планете. Он не является единовластным хозяином компании. Ему в Фейсбуке принадлежит всего 24% акций. Но эти 24% принесли ему состояние в 45 миллиардов долларов. Сегодня ваши знакомые предлагают вам присоединиться к новой социальной сети. Зачастую вы их слушаете, но не слышите. А часто просто не хотите вникнуть в суть того, что они вам пытаются предложить. Друзья, это ваш выбор. И это ваши проблемы. Вы сами выбираете, кем вам быть. Теми 2, что пришли, или теми 3, которые посчитали, что не стоит тратить время на обсуждение каких-то новых идей. За последние 10 лет социальные сети очень изменились. Миллионы людей ежедневно общаются между собой в социальных сетях. Сейчас вы находитесь у истоков создания социальной сети нового поколения. И у вас есть шанс купить билет в первый вагон. Поступайте, конечно, так, как вы считаете нужным. Но
Этот поезд уже в пути, и он набирает скорость. Кем вы будете, пассажиром или наблюдателем, решайте сами. Поезд этот не остановится, если вы не купите билет, и даже не притормозит. Но если вы не присоединитесь сегодня, вы останетесь на месте и будете, стоя на обочине, только провожать глазами проходящие поезда и считать чужие деньги. А потом пройдут годы, и когда-то вам обязательно придет в голову грустная мысль. А ведь мне предлагали. Я ведь тоже мог когда-то купить счастливый билет. Сделать это для меня тогда ничего не стоило. Достаточно было просто пошевелить мышкой. Вот так, друзья, люди упускают возможности, а потом весь свой остаток жизни причитают. Поздно, мой поезд ушел. Окей, друзья, не будем о грустном. FutureNet. Это бизнес-ориентированная социальная сеть нового поколения, в которой нет случайных прохожих. Это площадка, где общаются только люди, которых интересует онлайн-бизнес. Кто еще не в теме, приглашаю зарегистрироваться прямо сейчас. Ссылку на регистрацию можете взять внизу под этим видео. Или можете обратиться к своим знакомым, кто уже зарегистрировался в этой социальной сети. С любыми вопросами по FutureNet можете стучаться ко мне в Skype. Мои контакты также есть в описании под видео. На этом всем желаю здоровья, хорошего настроения и больших заработков. Спасибо вам за внимание, будьте успешными и до новых встреч. Зарабатывайте!